Всем привет! Какие грибы мы нашли в лесу, я вам сегодня покажу в этом видео. Какие грибы есть в лесу в начале ноября? Вижу первый гриб. Сейчас посмотрим, какой это гриб. Польский. Нашли польский гриб. Вот второй еще польский гриб. Идем дальше. Будем смотреть внимательно под ветками, под листьями. Вот еще грибы нашли. Польские. Два польских гриба. Вы видели, какие мы сегодня грибы пока нашли? Пока нашли только польские. Красиво в лесу. Погода в начале ноября отличная. Было бы хорошо хотя бы еще раз успеть поехать за грибами до похолодания. Опять польские грибы нашли в лесу. Красивые грибы. Польские грибы очень вкусные. Приятно даже просто прогуляться в лесу. Посмотрите, какие красивые деревья, какие красивые листья на деревьях. Показываю вам, какие ложные грибы мы нашли в лесу. Опята ложные. Они отличаются от настоящих по запаху. У настоящих приятный грибной запах, а у ложных неприятный. У съедобных опят шляпка покрыта мелкими чешуйками, а здесь не покрыта. Идем дальше, дышим свежим воздухом, посмотрим, какие еще грибы мы найдем в лесу. Какой красивый гриб мухомор. Но мы проходим мимо, это несъедобный гриб. Идем дальше, посмотрим, какие грибы еще есть в лесу. Вот опята нашли. Опята тоже очень вкусные грибы. Шляпки особенно очень вкусные. Но ножка твердая слишком. Даже нашли шиповник. Шиповник очень полезный. В нем много очень витаминов. Можно высушить и зимой чай пить. Красота. Приятно здесь находиться. Грибов, конечно, мы немного собрали. Вот мухомор еще один, но это несъедобный гриб. Здесь много мухомора в лесу. Нашли грибы рядовки. Это съедобные грибы. Но в лесу можно встретить и несъедобные рядовки, фиолетовые. В рядовке содержится значительное количество витамина В1 и В2. Также есть медь, цинк и марганец. Осенняя пора радует нас ярким и насыщенным разнообразием привлекательных оттенков. Деревья очень красивые. Нашли еще такой гриб. Гриб-зонтик. Съедобен. Но есть такие грибы и несъедобные. У съедобного зонтика на ножке обязательно есть большое кольцо. Посмотрите, какое кольцо. Это съедобный гриб.
Мы сейчас ходим в Беличанском лесу, приехали сюда на маршрутке. Близко возле города. Нашли гриб трутовик. Мы такие не берем грибы. Это несъедобный гриб. Они растут на древесине. Какие грибы мы нашли в лесу сегодня, я вам сейчас покажу. Посмотрите. Опята и польские в основном. Мы довольны своей прогулкой в лесу. Будем выходить уже из леса. Надеюсь, еще раз получится этой осенью приехать за грибами в лес. Спасибо всем, кто смотрит мои видео. Желаю вам мира и добра.